Всем привет, с вами Роман Раскольников, и сегодня мы поиграем в Fallout 3. Сегодня у нас что-то особенное. Сегодня я не буду играть ни за Фредди, ни за Джейсона, ни за других персонажей, ни за Чака. Я сегодня попробую себя в роли агента из Людей в Черном. А точнее сказать, агента R. И вот что из этого получилось. Эй, чего тебе? Так. Для этого мне нужна будет новая порция биогеля пришельцев. Так, что тебе известно об этом Тосиро Кагу? Он похож на японского самурая. Наверное, пришельцы похитили его с земли много лет назад. Я не понимаю, что он говорит. Ладно, скажи, если понадобится медицинская помощь. Так. С кем мне тут надо поговорить? А, мне надо... Какой этот корабль огромный? Как вообще можно построить такую здоровенную штуку? Так. Эй, чего тебе? А, мне нужно пройти через криолабораторию. Ты мне поможешь? Думаю, от меня там может быть польза. Если там есть люди в стазисе, их можно будет оживить. Только ты меня прикрывай. Мне пора идти. Быстрее, надо придумать, как свалить с этого корабля, пока нас всех не отправили в заморозку. Чего тебе? Мне пора идти. Не волнуйся, эти ребята меня не обидят. Они вроде бы славные. Вынужден скооперироваться с военным фельдшером. Военный фельдшер освоил некие данные технологии, позволяющие биогель переделать для людей. В нем есть польза. Так, затирать память пока им не буду. Они могут пригодиться. Обнаружены чужие. Так. Ой, чёрта, пришельцы тут вытворяют. Обнаружены чужие. Случайно был задет гражданский. Погиб. Эй, чего тебе? Как ты думаешь, тут есть что-нибудь полезное? Не знаю, тут есть всякие мудреные штуки, в них даже я мало что понимаю. Будем искать оборудование, материал, все, что можно приспособить для людей. Мне пора идти. Ладно, скажи, если понадобится медицинская помощь. Хорошо. Время расплаты! Обнаружена неизвестная панель.
Нажму и посмотрим, что будет, что случится. Панель активирует криокамеры. Идет разморозка. Были разморожены гули. Похоже, они похищают не только людей. Попробую разморозить другую сторону. Может, кто-нибудь там есть. Из людей фельдшера. Также рейдер и гуль. Выдвигаемся дальше. Обнаружено чужие. Они все хотят заполнить образцами с нашей планеты. Мой напарник открыл огонь раньше времени. Мы обнаружены. Пока что тихо. Обнаружена еще одна панель. Не могу использовать. Обнаружено что-то вроде склада. Картофельные чипсы, грязная вода, топливо для огнемета. Что-то вроде коллекции. Собираем медикаменты и еду. Все остальное нам не нужно. Активировал криокамеры. Похоже, зря сделал. Там целая куча рейдеров. Время расплаты. Они ведут огонь между собой. Вроде все чисто. Огонь! Так, обнаружена турель. Турель уничтожена. Выдвигаемся дальше. Так, обнаружена лечебная арка. Воспользуюсь ей. Выдвигаемся дальше. Это типа операционной? Погоди-ка, что за... Обнаружена лаборатория, где вы... Чужие ставят опыты над людьми. Пришельцы с ними делают? Зеленые твари! Уберите от них свои лапы!
Должен быть способ их освободить. Может, какая-то кнопка на панели ищет. Как вам это нравится, урод? Каково самим оказаться с другой стороны? Вот теперь встаньте свое, гады! Обнаружен взвод военного фельдшера. Все мертвы. Чужие препарировали их. О чем ты думаешь? О боже. Нет. Поверить не могу, так, что есть? Они такое сделали. Почему я не пришел раньше? Я бы мог им помешать. Вот что, мне надоело бегать. Прикончим этих пришельцев и пойдем-ка домой. Постой, это же ребята из моего взвода. Дэниелс и Беккет. Должен быть способ их оживить и вернуть память, чтобы они не напали на нас. Возможно, с помощью этого оборудования я сумею вывести их из стазиса. Инопланетяне накачали их какими-то веществами, о которых я не имею понятия. Не знаю, что будет, когда они придут в себя. Я не знаю, что делать. Это последние, кто остался из моего взвода. Мои друзья. Если их оживить, может, они смогут нам помочь. Не уверен, что их хватит надолго, но если их так оставить... Мы видели, как пришельцы обошлись с остальными. Так. Сколько они продержатся, если их оживить? Точно не знаю. В лучшем случае я могу поставить их на ноги и заставить двигаться на пару минут. Я понятия не имею, что успели с ними сделать пришельцы. Я не понимаю, что это означает. Им может быть запредельно больно. Я не разбираюсь в этой технологии. Так что придется импровизировать. Это лучшее, что я могу предложить. Так. Нам следует просто избавить их от страданий. Да, я об этом тоже думал. Нельзя позволить пришельцам и дальше ставить над ними опыты. Это неправильно. Но, может, надо дать им шанс вступить в бой вместе с нами. Уж лучше погибнуть так, чем мучиться долгие годы. Думаю, мое решение принято. Спасибо. Потому что я понятия не имею, как будет лучше. Ты как мы поступим? Оживи их, пусть сражаются вместе с нами и погибнут в бою. Только не забудь, они долго не проживут, так что действовать нужно как можно быстрее. Мне нужно будет тщательно следить за показаниями приборов, пока я накачиваю их всем, чем нужно, и возвращаю к жизни. Когда я дам сигнал... Открой трубки вот этим переключателем. Ничего не делай, пока я не скажу. Иначе это плохо кончится. Хорошо. Так, посмотрим. Это запуск процесса оттаивания. Давление в норме. Сердцебиение вроде тоже. Надеюсь, все получится. Открывай краны. Если я сделал все правильно, они живут. Так, парни, ощущение такое, точно кто-то. Я знаю, вы понятия не имеете, что творится вокруг. Что с нами случилось? Но придется поверить мне на слово. Нас похитили пришельцы. Та штука в Анкоридже. А теперь мы свободны. Берите оружие и за мной. Покажем этим тварям, на что способны американские солдаты. Бойцы, за мной! Пошли! Ладно. Дадим этим парням дело. Постой-ка. Несем часть этой криосмеси в машинный отсек. Возможно, у меня получится там ее применить. Ты понимаешь, о чем он говорит? О чем ты думаешь? А почему мы застряли в лаборатории? Кажется, когда мы открыли дверь в операционную, сработала охранная система. Комната наглухо запирается, а потом сюда подается какой-то обезвреженный технологично. Если я не ошибаюсь, через некоторое время цикл закончится, и двери откроются. Нам просто надо переждать. Хорошо, переждем. Ладно,
Скажи, если понадобится медицинская помощь. Так, ну, выдвигаемся дальше. Обнаружены чужие, веду огонь. Может быть. Нужно найти генератор. Они обходят нас сзади. Быстрее найдем укрытие. Так, мы нашли генератор. Поднимаем его. Отключаем охлаждение. Генератор от перегрева взорвется. Иду помогать моей команде. Открываю криокамеры. Ничего не... Так. Похоже, не зря я это сделал. Разморожены супермутанты. Закончились патроны. Вынужден использовать оружие инопланетного происхождения. Думаю, возьмем ружье. Инопланетные технологии, инопланетное оружие несложно в обращении. Используется так же, как и земное. Хотя и у пришельца всего лишь 3 пальца. Генератор был уничтожен. Солдаты погибли в бою. Открываем следующие криокамеры. Опять разморозим супермутантов. Супермутанты уничтожены. Продолжаем исследовать, возможно, есть выжившие. Других выживших не обнаружено. Возвращаюсь к генератору. Подтверждаю уничтожение генератора. Заработал телепорт. Думаю, он нас отправит куда-нибудь, уж точно. Телепорт нас отправил на вход в криокамеры. Возвращаемся обратно, в центр корабля. Но для начала спустимся вниз и проверим. Возможно, здесь есть еще выжившие.
Выживших не обнаружено. Собираю инопланетные технологии. Также собираю все встречающиеся записи для их изучения в нашем штабе. Первый генератор уничтожен, осталось два. Так. Куда-то другие выжившие куда-то пропали. Возможно, они находятся где-то поблизости. Нужно их найти. Другие выжившие обнаружены. Самурай занимается своими делами. Так. Все еще не могу найти других выживших. Есть один, ага. Так, медаль ну, себе повесишь, обнаружен. Когда взорвешь все генераторы, а не только один. Так. Мне пора идти. Как угодно. Так, один генератор готов. У нас есть шанс выбраться отсюда. Ну давайте уничтожим еще два. Отличная работа с генератором. Всего два осталось. Так, ну ладно. Отправимся сначала в грузовой отсек. Проведаем, что там. Двери в грузовой отсек деактивированы. Нужно найти запасной генератор и активировать его. Предполагаю, что нет энергии после того, как мы вырубили первый генератор.